и Sportbets.com. Сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Dota 2 до Hearthstone. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает first blood? Кто заберет первого рошана? Кто выиграет ножевой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до $600. И Sportbets.com. Живой азарт и холодный расчет. Что ж, друзья, всем огромный привет, доброго времени суток. С вами студия KSSL TV, Slam и Strike в студии. И мы начинаем трансляцию с GTA Cup, а именно компанией Faceit, корпорации, как угодно называйте их, но именно эти парни проводят данный турнир. Ну, GTA Cup, друзья, GTA — это вообще сайт с играми, с разными няшками, вкусняшками. Вы можете, в принципе, загуглить и посмотреть, чем занимается этот сайт. Можно даже там какую-то игру купить, пошпилить, если нужно. Но главный факт того, что они спонсор этого турнира, именно они дают $10 000. И... именно их мы должны благодарить за то, что наблюдаем за этими матчами. Ну и команда HellRaisers после достаточно длительного перерыва, после DreamHack'а, соответственно, сейчас попробуют продолжить свои выступления, серию своих выступлений. Оппонент их команда Elegant, которая взяла отборочный на этот чемпионат, опять же, который проводился на Faceit. И, собственно говоря, состав команды Elegant интересный. Мистик, о нем ничего не известно. Вот компания старая. Старые друзья братана Эмилио и... казалось бы, вот-вот начнется наш матч, но почему-то... Админ просто вместо, знаешь, у своего рестарта прописал рестарт. Рачок. Тигр. GTA Cup, вот кто-то пишет. Нет, это не GTA, это G2. Логотип на ваших экранах. Что ж, мы ждем начала матча. Ну и команда HellRaiser сегодня должна нам показать вообще, в какой они форме, судя по тому, что нам говорил их капитан. Ну, не знают они, чем закончится эта каша малаш. И сегодня мы уже видели один непредсказуемый матч. Это, опять же, команда Dot Team, которая обыграла Epsilon. Матч на второй карте вообще так и не продолжился, потому что бедных французов задосили, при том, что это было настолько зверско, что они сразу написали ГГ. Ну и Forfeit для них, к сожалению, с ивентом они прощаются, потому что система Single Elimination. Ну и победитель, соответственно, в этом... победитель этого матча выходит в полуфинальную стадию чемпионата, где уже будет играть Best of 5. Система такая: четвертьфинала BO3, полуфинала BO5 и гранд-финал. Очень уж хотят порадовать в канун. Хотя нет, это уже будет после Нового года. Это будет, наверное, возвращение в тот самый большой Counter-Strike в начале 2015 года. И вот так вот команды в полуфинальных матчах будут рубиться в серии BO5. И мы увидим, как кто проводил Новый год. Как кто... отдыхал, назовем это так, как-то встретил, и как будет, собственно, действовать на протяжении всего 2015 года. Я уверен, что шведы точно его проведут как надо, а вот что касается команды HellRaiser, забегать не будем. Что ж, ну, забегать почему? Не будем вперед. Вот знаешь, последний стрим от Марика действительно заставил нас увидеть, как... потенциально может отдыхать команда HellRaiser. Это действительно мощно. Мощно вот так вот врываться на стрим. Это действительно сильно. Это действительно сильно. Я несколько раз пересматривал эти видео. Ну, просто шедевральный Маркелов. Красавчик. Егор, тебе личный респект. Просто лучший. Не дожег. Ну что ж, здесь мапул такой, друзья. Первая карта Инферно, вторая карта Кэш, третья Нюк, если потребуется. Если понадобится. Если... и давай, наверное, уточним, кто какую карту выбрал. Если не ошибаюсь, Элегон забрали Инферно, а вот Кэш — это выбор команды HellRaisers. Ну что ж, у нас уже идут боевые рестарты. Kill, please, так, Simple, так, все поумирали. И вроде бы как готовы начать. Все, стей, пишут Дося. Да, именно так. Вроде бы все окей. HellRaisers в защите на... карте команды Олего. Да, у них должно все здесь, по-моему, получаться. Ну, посмотрим. Посмотрим, что из этого произойдет. Что ж, состав команды Элегон, друзья, Мистик, о нем ничего не известно. Долита, друг Эмилио, Хелос, друг Эмилио, Хобра. Кто это, я не знаю. И Мэки мы уже видели в матчах, опять же, и с Эмилио вместе, и с Делпаном он как-то играл. В общем,
Ну, в общем, у всех у них там по 80, по 70 часов за две недели, значит, они действительно задрачивают, и матч должен быть хороший. Попытка врыва в бэплэнд, и HellRaisers уже могли принять эффективно. Смотри, что делает Ангел в этот момент. Он зашел с мидла, и шведы, ничего так, не подозревающие. Нажать на букву G и посмотреть, да, что произошло. Simple за считанные секунды в одиночку расправляется с троицей команды Elegon. Три шикарных минуса, которых мы, к сожалению, не видели, но... Потому что ждали экшена от Ангела. Ну, знаешь, глядя на то, как Ангел в мид рванул на пистолетном. Да-да-да-да-да, ага. Там почти какой-то дабл засчитало. А, ладно, ладно, смотрим дальше. HellRaisers, хорошее начало в защите. Пистолетный раунд оставили за собой. Ну и теперь могут рассчитывать действительно на удачную первую половину. Ну а шведская команда пытается реализовать свои гвоздодеры. Они же Tech Nine, и уже есть минус Simple, который пытался агрессивно вести перестрелку в центре. Опасно сыграл. Опасно. Ну и за это, естественно, поплатился. Шведы получают сейчас очень хорошую инициативу и постараются реализовать свое преимущество. Как-никак заполучили. Нет, не заполучили еще девайс. Итак... Что ж, матч продолжается, но вот, несмотря на то, что был опенфраг для шведской команды, все-таки HellRaisers спокойно справились, отдав единственного симпла. Последним же в стеке в живых остался Хелос, который прятался за зилком, ну и, как видим, ничего интересного он нам здесь не показал. 1900-2900 вот у Мистика, может, даст Дигл, хотя вряд ли. Слушай, без СЗ как-то на эко-раунды стало смотреть, как в старые добрые времена. Да, вот действительно, как только пофиксили, понерфили СЗ-шку, моментально вернулся старый добрый Counter-Strike, и теперь команды могут вздохнуть на экономических раундах своих оппонентов и хоть капельку, ну вот, подрасслабиться. У Simple уже проблемы на главке. Ну, один минус он все-таки сорвал, несмотря на то, что 11 хп ему оставили. Кучер зашел в спину с Б-плента, забрал бомбу. Слушай, по-моему, команда HellRaisers на первой карте рассчитывает на сплошь и рядом одну аркаду. Будем смотреть первый девайсный в предвкушении. Вот если шведы, конечно, на нем не... от... Ну, на эко смело можно сказать, что шведы их провалили просто. Они могли куда больше выжить в этом. Но ничего не получилось. 3-0. Так, посмотри, у Кучерка по-прежнему остается тот самый Бизон. Неужели Эмиль будет разыгрывать эту пушку в первом оружейном? И HellRaisers выбирает интересное поведение, атаки. Четверка на Б. Тройка, вернее, на Б. Два игрока остаются на планте. Симпл выходит на контроль дуги. Получает сразу же молотов, чтобы кар не был занят. Все-таки шведы действуют на исходных позициях чуть-чуть на шаг вперед. Ну, тут, как видим, Симпл хочет скилловой момент нам показать. И вот, опять же, есть минус Маки. Прощается жизнью, 4 в 5, дуга не занята, и HellRaisers занимают теперь уже апленд вчетвером. Вы видите эту перетяжку, кучер симплом укрепляют. Вот долита эффекта, опять же, на дуге нападение на бэпленд не оказывает. Маркелла совершенно спокойно себя чувствует, остается за Б1. Так, ну и постараются реализовать свое численное преимущество игроки команды HellRaisers. Как видим, тем временем шведы выходят на главку, минус от Ангела, есть второй, бомба упала, все просто шикарно. В первом оружейном для HellRaisers. Ксевос и Долито. Два вот этих, ну, назовем их, грозных шведа. Постараются, ну вот, выйти как можно достойнее из этой ситуации. Ксевос на коврах подвавил до сена. Тем временем Долито нагнетает обстановку под базой боя. А вот тут появляется Кучерок, и это найфкилл. Просто в спину зарезал Долито и говорит: братан, ты что-то потерялся, пока твой... Тиммейт орудовал на коврах, ты получил кинжалом в спину. И тем самым подарил кучеру $1500. Так, ну команда Elegon, по-моему, сейчас выглядит... Я им придумал название, они должны назваться Polygon, потому что сейчас они действительно являются полигоном для боевых действий команды HellRaisers. Ну, если верить Ангелу, то они сыграли, по-моему, всего два прака за это время, как он сказал. Но... Ну, я знаю, что вчера был полноценный тренировочный день, но вот то, как провели его HellRaisers, да, действительно, не все получалось на тренировке. Наслышан о том, что парни после первой игры решили отдохнуть и просто вот играть, ну, так, как могут. И, в принципе, играют по старым... Наваженным схемам ничего нового не придумали, просто получают удовольствие от этого матча. На самом деле, здесь, ну, не надо включать супер скоростя какие-то команде HellRaisers. Ну да, да, они им это не нужно делать. Они выше своего соперника, они просто должны показать тот самый класс, который мы хотели увидеть в 2014 году. Ну, к примеру, например, вот на DreamHack они не показали весь свой максимум, потому что оппоненты попались совсем не те, к которым они не были готовы. Ну и в общих чертах
если так пробежаться по Hellraiser, то им, по сути, ничего иного придумывать не надо даже к грядущему сезону. И вот грядущему сезону официальных матчей в рамках StarLadder, Faceit League, Frogbite, все, которые пройдут зимой для команды, опять же, Hellraisers, это будут, скажем так, то, что готовили к тому DreamHack'у, можно будет часть показать там. Ну и вот такую команду, как Illegion, естественно, они должны, по-моему, проходить спокойно и без проблем. Ну и бонусом для них будет, естественно, до 5 матчей в полуфинале, но он уже состоится в январе. Самое главное то, что шансы за $5000 побороться всегда приятно, тем более в интернете. Что ж, Illegion вот с божьим чудом зашли на точку, но Simple моментально уравнял шансы в пользу своей команды. Пытается сыграть против Плента, ловит Мэки, Мэки в точке, гвоздь и Мэки. Хороший хедшот. Просто вбивает парочку гвоздей в голову Simple, но тут как тут появляется Маркелов, 5-0. Hellraisers пока идут в сухую в этом матче. Ну и Маркелова ждали со стороны Бэпленд, ой, со стороны Мидла, но он пришел просто глупо на помощь. Кстати, обрати внимание, Марик стоит на Бенни на коврах. Опять же, вот немножко смены есть. Я, правда, не видел матча на Инферно на DreamHack'е команды Hellraisers. Я только сделал две ставки по $10 в коэффициенты, которые давали. Ну просто я-то видел, как они 2 месяца пыхтели. А все остальные ставили на французов. Молодцы. Какие молодцы просто. Порадовали Игорька. Порадовали прямо на ура вообще. Так, что ж, Simple VP по-прежнему 4 игрока на эсках. Обрати внимание, все на эсках. И давай смотреть позиции. Кучер с Маркелом теперь играют Б. Simple, Доси и Ангел. Звено Аплента. Весьма интересно. Ну вот агрессию на Апленте в лице Ангела законтрили. И вот первая проблема у Hellraiser. Ситуация 1-4. Симплуха. Ну, это называется доаркадий, или, знаешь, вот серия раундов, взятой в аркадии, и в итоге такой тактический тупик в этом раунде. Бомба на Б, Б клир, выход 1.5, Simple забирает мидл, 20-ка, Хелос наказал, 5-1. Illegion все-таки берут первый раунд, но это, ну, глядя, как они его берут, сложно вериться в то, что лузовый минимум эти ребята на первой карте смогут добыть себе. Кстати, какая вторая карта в этом матче? Вторая карта кэш, третья нюк. Кэш — это пик команды Hellraisers, как я понял, а пик Illegion — это Inferno. Ну, знаешь, для пика Inferno, по-моему, у них здесь все не совсем гладко для этой карты. Как минимум в атаке они должны были, по-моему, начинать свою пользу. Так, знаешь, что мы еще забыли? Забыли Вау! Макеп! Вот это 2 минуса на дуге! А Маркелова не ждут. Маркелов стоит до контакта, просто спокойно отбивается. Б1 занят, дым есть на дуге. Ангел не покидает апленд. Несмотря на такой успех с точки зрения удачи на Б-планте, Illegion его ничем не закрепляют, просто продолжает играть свой плановый раунд. Возможно, это приведет к худшим последствиям, если сейчас сыграет Ангел. И Ангел не играет, подловили. Ну, неудачный тайминг словил Кирилл Карасев. Как только заходил в тот самый домик, к тому окну хотел приблизиться, моментально появилось 2 оппонента. Ну и, в общем-то, бомба уже выходит на аплент. Маркелов остается последним на Б. Ну что, 2 раунда к ряду уже хорошо. Давай посмотрим на экономику Hellraiser, что у них там. А с деньгами-то вообще плохо. И теперь, да, надо задуматься о сейве девайса для Маркелова. Ну и после этого уже будут проводить экономический Hellraiser. Так вот, то, о чем мы забыли с тобой упомянуть, это коэффициенты на CSGO Lounge. Зрительские симпатии распределились следующим образом. 85% value стоит на Шера, всего лишь 15% на команду Illegion. В принципе, ничего удивительного. В принципе, но, друзья, Xelos постарается сделать максимум для того, чтобы ваши пуканы горели как можно жарче. Как тебе, например, сейф от Маркелова на минус 5? Минус 4. Минус 4. Ну, вообще, по-моему... Ну, вообще, минус 5 вообще в раунде, 5, да. Он сделал эйс. Он сделал эйс, у него даже он... Хотя, не записался. Минус 4 записалось. Егоршки. Красава. Вспоминает старые добрые времена. Кстати, приятно видеть то, что Hellraisers наконец-то поменяли свою композицию по позициям. Наверное, знаешь, вот у тех, кто играл на Б, у них уже там вскипело давным-давно. Приятно видеть, что связка с Маркелом теперь работает там нормально. Мэки, кстати, уже 2 раунда... В 2 раундах зажигает практически однообразно, подлавливает на ноги оппонента. Но на Б-планте дальше Кучер, дальше АВП. Заходить туда будет большой ошибкой, если поспешить. Шведская команда не торопится. Не торопится, пытается выжить дом. Видели Ангела, возможно, не видели, но он манцует очень твердо, рассчитывая на то, что ему удастся сделать минус. Правда, батарею почему-то не занял. Ну, смотрим, чем это закончится. Будут его чекать или нет, непонятно. Но он, по-моему... Ох, неудачно. Неудачно к Ангелу прилетает граната.
Ну, тем не менее, он понимает то, что на полтора легионы есть, и задача его сейчас просто скоординировать действия своей команды, но до этого даже не доходит. Ангел умирает, и, в принципе, легион могут выйти куда угодно. На бейте боятся, но ждут уверенно на идти. В разнобое не получится, поэтому пойдут на размен. Давай смотреть, будет ли выходить Мистик вместе с тиммейтом с ковров. Вот вообще как-то должны сейчас Кучер с Десяном действовать более так пассивно и вот отдать инициативу в руки Маркелова. Именно Егор может взять этот раунд. А нет, подожди, это уже Simple. Simple с ВП. Отключился на секундочку, ну, и посмотри, пропустил, когда Егора забрали. Сапланта прогнали, 21 секунда до конца раунда, и шведская команда, испугавшись грозности Simple, просто моментально перегруппировалась и побежала на Б. А здесь Дося уже с ЭКМом за Б3. Играет в нычку. Кучер помогает ему с хелпы, при том, что очень плотно. Дося. Ну вот. Ой-ой-ой. На второго поспешил выходить. Ситуация 2 в 2, как видим, у Кселоса. Есть проблемы со здоровьем. 25% в его активе. Но вот Долита — это надежда команды Легон в этом раунде. Сделает ли минус Simple? Вот за Б3 вообще не выходит. Хелос тоже. Ну, тут понятное дело, что Авик не пойдет. Кучер, скорее всего, пойдет ва-банк. Ну, он тут уже все прочекал, знает, скорее всего, о тройке, знает о темке, понимая, что это единственный вообще способ встать на перекрестном огне в таком раунде. Ну все, Симплух, пора сейвить ВП. Ну, он слышит, что за ним идут, забирает Долита, Хелос взорвется вместе с этой бомбой, счет становится 5-3, но Hellraiser возвращают экономику. И матч только-только для них начинается, как, в принципе, и для шведов. Слушай, шведы какие-то пугливые, даже не рискнули сделать выпад Б3 плюс темка против хелпы, опасаясь именно Авика Симпла и нисколько не переживая за действие Кучера в упоре. Терпения хватило все-таки этим ребятам. Ну и всего лишь два раунда разницы. Матч может закончиться чем угодно, но пока на первой карте Элеган проснулись. По крайней мере, в отличие от матча команды Эпсилона Dot Team, здесь мы видим Counter-Strike. Хоть какой. Самое главное, чего мы здесь не видим, это DDoS. Да, это радует. Это самое главное. Так, ну что ж, закрытый мид, шведы сидят. Опять же, та же самая дуга. В общем, ничего нового не делают. Три человека, два, вернее, уходят на контроль второго мидла каждый раунд. Два игрока атаки также пытаются по возможности занимать бэплен, доходя до машины. Ну вот через майки они открывались несколько раз. Удавалось сделать open фраг, ну и, как видим, Hellraisers, понимая, что это немножечко раздражает и напрягает, просто закрылись на B-пленте. И шведы, по-моему, потеряли нить в этом раунде. Но, опять же, по их инициативе пока что все действия. Итак, 50 секунд до конца этого раунда, по-прежнему никакого экшена мы не увидели. И вот, наконец-то, есть первый минус Адосин, на коврах забирает Кселоса. Ангел, интересный дым. Давай посмотрим на места, куда упадет дым, вообще непонятно. И где ж он? Куда ж он его такой? На Б, может? Да, на Б. Тем временем Simple на главке. Выпад семи, два минуса. Маки и Кобра отвечают тем же. Ну, их сразу закрывают. Спокойно, Ангел. Ну, будет ли минус? Нет, оба на релайде. Мэки нужна бомба. 16 секунд, попытка убить Ангела. И вот здесь он точно понял, что подбрасывал монетку. Надо было ставить бомбу. Но экономика... Ее нет. Она есть, но не у всех. 4000 у Мистика, остальные игроки остаются без денег. Какой-то непонятный разнобой. Долита. 2 на 8. 8 на 9 Мэки. Слушай, Мэки суровый. Не зря с ним Лофмейстер катал в свое время. Той школы, чувак. Видимо, молодой. Наверное, через полгодика, может, увидим в выступлениях за какими-нибудь Fnatic или NIP, если такое потребуется. Что ж, ну и гвоздодер от Олегон. Да, быстрая динамичная атака Апунта намечается в этом раунде, и уже есть первые потери. Simple на главке забирает Долита. Ну и Доси сейчас ему спокойно поможет, подстраховал, закрыл двадцатку твердо, и шведская команда уже осталась без половины своих выступающих участников. 15, Ангел аккуратно играет, но P250 его тем не менее наказывает, и Хелос, Мэки должны были сейчас... Вот они, видимо, хотели сейчас замувить, чтобы занести бомбу на Б-плент, но никого не замувили. Дуга контролируется. Ну, ждали, скорее всего, аркаду от Маркелова, но, как видим, Егор показывает образцовую выдержку. Дождался Маки и не дал тому разыграть вот столь опасную задумочку. Ну и в итоге бомба на Б не пошла, деньги не вернули. Тем не менее, один эко провели, и на калаши хватит, а ВП мы не увидим. И ждем от шведской команды какого-то интересного раунда под апленд, потому что под Б уже неинтересно. Ну вот это вот 3-2 надо тоже как-то пытаться менять. Опять же, они еще ни разу не занимали нормально дом.
На месте шведов я бы, наверное, все-таки работал больше над атакой в главку. Ну, они, в принципе, так и делали. Ну, но... вот, знаешь, они раз за разом упираются в снайперскую винтовку Simpla, и это действительно для них пока непреодолимая проблема. Ну, это значит только одно. Либо... Simpla... ты посмотри, что он сделал. Simpla даже не подпускает их к тому самому дому, о котором ты говорил. При попытке пройти просто по второму медлу Simpla уничтожает. Хотя его в снычке ждали еще с той, коварной. Она должна была сыграть свою роль. Так, раскидка 15 и попытка выхода Ангела из застани врасплох Хелоса, но нет, атака все-таки взяла свое. Смотрим на Simpla, примет, не примет. Его пока что закрывают, позиция. Это было больше похоже на ошибку от Красева. Действительно, Кирилл сыграл не по таймингу. Bad smoke. Не совсем понимая расположение своих оппонентов, решил вот так вот по таймингу выбраться на главку и получил по заслугам. Так, вот откуда Кучер убил, вообще непонятно. Кучер, Кучер, где ты, Кучер? Кучерито. Вот здесь именно находился Эмиль. Хелпа Бэплента, кстати. Кучера отправили, я так понял, на Б. И шведы идут в эту... Ой-ой-ой, ты посмотри, какая логика у ребят. Тут все плохо. Кучер, есть второй минус. Безупречный хедшот от Эмиля. Будет или еще? Есть. Он еще и бомбу выбил. Ну это же просто смешно. Ну ребята, ну дым дали, все, одного отдали. Понятно, что там уже... стяжка была. Видимо, хотели сыграть на хитрости. Думали то, что у Hellraisers какая-то активная модель защиты. Думали, наверное, то, что там они кто-то убежал на Б, кто-то на А, и 15 останется без присмотра после фрага в пользу Ашер. Но все закончилось тем, что шведы просто в попытке удивить вышли в твердый тупик в виде Эмиля Ахундова. И, в общем-то, 8-3. Несмертный приговор, но хороший результат для Hellraisers минимум для первой половины. Ну вот по сравнению с тем матчем, который мы сегодня смотрели на карте Inferno, Dead Team против Epsilon, там была абсолютно противоположная картина. Dead Team доминировали в атаке. Здесь мы видим доминацию от Hellraisers со стороны защиты. Но пока это еще не конец. Итак, Simpla и его гвоздодер, вот такая вот агрессия от Simplухи. Наказан 3 в 2. Это знаешь как, ты куда? Я наказан. А куда? Наказан. Наказан, типа. Я наказан, типа. Я наказан, типа. Типа. Казан, типа. Так, ну, тут, знаешь, 3 в 2, и у шведов, по-моему, они... Шведов полный карт-бланш, действительно. Они не понимают, что делать. Они понимают, что они втроем на дуге смотрят друг на друга и не знают, что делать дальше. Дось остается на медле. У них минута времени, и за эту минуту надо просто дождаться каких-то агрессивных действий от Hellraisers. А Шеры также это прекрасно понимают и отдают инициативу своим соперникам. При том, что, да, играют они буквально, ну, буквально очень... закрыто, но Дося уже приступает к действиям. Чекает мидл, дает инфу. Кучер, в принципе, должен быть сейчас готов к приему. Так, ну Эмиль уходит в более такую своевую позицию. Итак, Олигон, заход на базу Б. Есть два девайса, есть ТВП, есть М4-1С. И Эмочка реализует себя. Ксевос забирает Кучерка, Дося один против двоих. Дает поставить бомбу, но отпустит ли Кобру? Нет, не отпускает. Он знает то, что Б2 либо Б3 стоит. Хорошая соперник. Граната, но соперника там нет. Б2. И Дося видит его, выходит туда с гвоз... Да боже ж ты мой, Дося! Просто разорвал. Ну вот видишь, вот Hellraisers, если бы сейчас играли, например, не с Олигонами, а с ним, Дося бы никогда не пошел в такую аркаду в спину, как он сделал это здесь. Он уже был уверен, что шведы эти мягкие и вряд ли просто будут успевать чекать спину. Если бы не вот эта вот шведская напористость против одного игрока на Б-планете, если бы кто-то посмотрел дугу и подумал хотя бы о том, что по инфе они могут сыграть синхронно, то этот раунд достался бы шведскому коллективу, но пока 9-3 и все не очень хорошо для них складывается. Где они будут еще два раунда брать, пока вообще непонятно. Но будем надеяться, что до этого вообще дойдет. Что ж, Мэки. Вот такая вот быстрая агрессивная аркадка на Бэплен приносит плоды. Размен 2 в 2. При том, что Hellraisers вообще забили на раскидку. Они просто взяли и спокойно вышли вдвоем на размен. И тем не менее, ну вот остались в чистом преимуществе. За счет ошибки от Кобры, по-моему, сыграл слишком нагло. Надо было как-то поаккуратнее. Все-таки вот знали, что Hellraisers пойдут на выбивание Бэплента. И зачем было идти, ну вот, навстречу. Так, ну что ж, готовится ретейк Бэплента от Hellraisers. Один дуга, один плент. Хорошие позиции для игроков нападения, но у Hellraisers есть молота, флешка, дымы, поэтому все в их руках. Смотрим на Ангела, пока не рискует выходить. Номера 4-3 будет действовать в паре, это Simpla плюс Дося и... А бомба-то пикает слишком быстро, и проблема у Hellraisers. Вот так вот затянули это выбивание, и... но не успеет. Ох ты ж, Simpla. Ну хедшот, хоть поставил супер хедшот в Хелоса, но Ба-ба. На самом-то деле не хватило, да, не хватило ему одной секунды, чтобы... закончить раунд в свою пользу. Ну, вот я же говорю, по-моему, очень долго как-то вот планировали идеальное выбивание. А и... молотовы, которые атака кинула на хелпу, решили практически все.
Ни Simple, ни Dossi не могли пройти. Ангел один боялся выходить, потому что на него сразу же бы смотрело оба игрока. Ну и все закончилось, как закончилось. Для HellRaisers это своеобразный экономический тупик, но они все равно принимают решение доиграть в этой половине на оставшиеся деньги. Ну, этот раунд будет за два. Для да. HellRaisers как точно, потому что это последняя закупка в первой половине. А вот этим баем они говорят, что в следующем, если проиграют, то готовы сливать. Опять же, предпосылок еще пока что не было к тому, чтобы вот Элиган не набрали стабильности в атаке. И даже, по-моему, плохие девайсы. Одно ВП от Simple. Это уже... Это уже большая опасность. Вот как раз тот самый снайпер реализует свой девайс и забирает Кобру. Кстати, как там Кобра отыгрывает? Кобра? Неплохо. 4-2-14. Хорошо. Есть еще Долито. У него все в порядке. Эль Долито. Эль Долито. Здесь у меня хорошее еще одно слово, но оно, к сожалению, не для нашей трансляции. Эль Долито делает просто шикарный Эль. Так, ну они сейчас, по-моему, собираются опять пройти на 15. Зачем, непонятно. Вот они знают о том, что там Simple. Понимаешь, что там еще перекрестный огонь может быть? Но нет, Simple с 20-ки выстрелил, Олегон это слышали. И для них это, по-моему, как заходите на 15. Но игра до контакта ни к чему хорошему сейчас не приведет. Да, Simple по таймингу. Идеальное появление на зелени. Есть первый минус. Здорово, мистика. Ангел, 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 ангел. Должен закрывать. Анжелка. Варки стоит, твой Долито, выход. О, боже мой, ножом, ножом его надо, ножом, и Долито уходит с дыма. Читер-ангел, да, водит просто по голове соперника, гладит, я бы так это назвал, и по таймингу заходит в спину. Просто идеально. Забирает, никого больше не находит, ну и звено Бэплента, которое должно быть в действии, 8 секунд до конца раунда, Егор Маркелов, маг, хороший хедшот. Егорка! И забирает последних двух игроков нападения, выбивая бомбу, разменивая тиммейта, при этом... Зарабатывает нормальное количество денег на последний раунд. Ну и у HellRaisers, как видим, все вполне себе симпатично в первой половине. И счет вроде бы комфортный, радостный. Не так уж все плохо, как Ангел поведал. Он где-то стоял с глазами по полтиннику, не знаю. Ну, это, знаешь, это как вот такой блеф. Тем более, все мы прекрасно знаем, что когда HellRaisers в фаворитах, с ними действительно происходит что-то необъяснимое. Они начинают играть как, ну, неподобающим образом, так назовем. Но вот сейчас вроде бы все спокойно и комфортно. Ну что ж, быстрый раунд на Бэплент в исполнении шведской команды Элиган. И, в общем-то, HellRaisers со счетом 11-4 заканчивают эту половину. Очень спокойно, свободно, без каких-либо проблем. Ну, глядя на то, что Ашер вытворяли, сразу бросается в глаза. Опять же, отсутствие понимания от Элиган. Их просто аркадили как хотели, как могли. Делали все, что хотели, все, что могли. Ну и Хелос пишет рейди. Ох уж эти Элигон. Потели, чтобы попасть на HellRaisers в четвертьфинале. Ну что, теперь для полноценного камбэка Элигонам достаточно взять пистолетный раунд. Способны они на это или нет, но как минимум играют агрессивно в пистолетном, но проблемы у Долито. Проблемы здесь у всей тройки, которая пыталась медла что-то исполнить, что это было непонятно. HellRaisers слишком осторожны в пистолетных раундах, но, опять же, стоит учитывать... Тот момент, что ответку они сделать не смогут, в случае чего, если они не возьмут в этом раунде свое очко, не возьмут 12-й, потому что ЦЗ не работают. Долито! Вау. Долито! Ну вот наконец-то мы дождались действительно сочного фрага в исполнении Долито. Долито выпад на главку, а вот здесь могли ашеры подловить. Хорошо, мансует, минус от Хелоса будет, не будет, нет, ушла 20-ка, ковры также двигаются, но... Simple. Минус Долито. 15 пробито. Ого! Что вау, ставит вот Хелос? Развернулся Ксиос. С первой же пули забрал до Сена. Еще один шикарный минус от Мистика. И уже Кучер с Маркеловым вдвоем против троих. 1-2 Маркелов. 1-2 Маркелов. Ну, плохо по инфе, по-моему, все прошло у команды. Главная проблема HellRaisers. Это бомба, которая упала... В малых песках, в районе малых песков. Да, и два стоят на размене. Посмотри, один заходит, второй тоже зашел. Маркелов увидел, в принципе, двоих. Нужен релат, нужно забрать бомбу, хоть как-то ее попытаться поставить. Понимает, что будет дергать. Нет, все, мало хп остается у Марика. Ну и здесь, по-моему, пистолетка. Понятно, чем закончится. Ну, вот какие-то два сумасшедших хедшота от Маркелова спасут раунд для HellRaisers. Ну, вот Бешеный, на самом деле, от Долито был вот минус. Четкий Молотов плюс Хелос. Хелос просто вообще с вертухи Доси с ваншотом. Он получил в затылок пулю, развернулся и с первой же пули поставил идеальный хедшот. Но с другой стороны, обрати внимание на HellRaisers. Вместо того, чтобы вот раздрябленно играют, сразу видно, вместо того, чтобы не лезть, они понимали то, что три игрока находятся в пленте, один в больших песках, где-то там, и там все три, 15 чистые. Вместо того, чтобы похолдить немножко, подождать, они полезли на рожон, нашли свои проблемы, ну и теперь... Глоки, you are welcome.
Самое печальное то, что бомба упала совсем не там, где хотелось бы. Ну и денег, естественно, на шар нету. Зато для Элиган это возможность отомстить. Возможность ответить и пробраться по сетке дальше. Если, конечно, они здесь дадут камыч. Пока мы все в предвкушении продолжения этого банкета. Опасный глок от Ангела, который вообще не попал. Кстати, мы забыли отметить, что HellRaisers в данном раунде проводят полный экономический. Ничего не покупали с гваками, без гранат. Просто на морозе попытались зайти хоть куда-то. Как видим, результат неутешительный. 5 безответных минусов от Олигон и 6-й раунд в их активе. Да. Все не так уж хорошо. Ну, бай на третьем от команды HellRaisers. На самом деле, они сейчас здорово рискуют. Просто если его не берут, то Элигон уже начнут, знаешь, в предвкушении того, что ого, мы сейчас Ашеров можем обойти, давайте догоним, 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 и будет 11-9. И вот тогда вся песенка спета, тогда начинается борьба. И если, например, HellRaisers позволит шведам, какие бы они ни были, шведы от шведа, они все равно начнут тащить, если их вот вклинит на счете 11-9, если они до туда вообще дотянут. Да вообще карта такая, которая позволяет действительно давать камбэки в защите. Интересная модель защиты на Б-плунте, при том, что оба агрессивные. Но это... Вот НИП играют абсолютно сейчас так же, очень похоже на плунте 2 в больших песках. Старая модель французов, 1 на 15, но Мистик может просто стать свободным фрагом для своих оппонентов, если сыграет... Ну, если сыграет плохо. Ну, вот как раз-таки плохо и играет. Simple по 2-ви на ошибке Мистика, HellRaisers... Готовы вскрыть защиту на базе. Ну и смотрим. Два игрока в больших песках. Долита — последняя надежда команды Олигон. Большая проблема у Олигон в расстановке была в том, что вот, например, те же французы, когда остаются вдвоем в песках, третий он мансует на малых, он чекает 15, чтобы зеленка не зашла. 20-то закрыто. А здесь что делал товарищ Мистик, это да. Вообще какая-то, какой-то бред. Вот. Ну, вот как раз-таки в таких моментах мы видим, насколько... Олигон больше являются не командой, а миксом. И вот такие микромоменты, они вот решают исходы вот таких ключевых раундов. Ну, на этом еще ничего не закончено. Хелос минус Маркелов. Кстати, отлично. Покажи нам экономику команды Олигон. Будет ли закупка в следующем? А, кстати. Будет, возможно, будет даже. Да, да, смотри. Два заставленных девайса плюс вот по 3000 есть у двоих игроков. 2600, 2900. Это говорит о том, что шведы будут закупаться в следующем раунде и... Нас с вами ожидает очередной оружейный раунд. Что ж, 22 на 9 настрелял Simple, Кучер 17 на 10, 12 на 10 Дося, Маркелов 14 на 9, 12-12 Ангел. У Олигон все плохо, Кобра пока что запустил свою Кобру в Кобру, 6-17, 7-16, Долита, Мэкки 11-15, но по стрельбе я бы, наверное, вот Хелоса и Мэкки отметил. У Олигон нормально стреляют парни, но... Вот Мэкки в первой половине единственный, по-моему, кто адекватно играл в плане стрельбы против HellRaisers и давал нормальный ответ. Так, укрепление на 20 втроем, попытка сыграть в размен, и HellRaisers развалились. Да, вот так вот на контакт решили зайти Ашеры, а там засада на главке. Ты знаешь, это как-то слишком уж очень глупо это выглядело, потому что, ой-ой-ой, Маркелкин. А мог-то двоих в ряд задавить. Да, да, но не позволил этого сделать Долито. Долито. 12-7. Отвечают моментально Олигоны, ну, сбивая тем самым экономику команды HellRaisers. Ну и что? Теперь экономически. И по-прежнему камбэк реален. Камбэк более чем реален, если, конечно, Олигон дойдут вот до девятки. Это очень-очень важный момент. Но у них нет снайпера. У них не было снайпера в первой половине. Мы его не видели во второй половине. Даже когда экономика стала позволять, они не стали ничего брать. Продолжается игра на двух отсейвленных ЭКМах, одной эсточке, двух эсточках даже. Слушайте, набор девайсов у шведов просто великолепный. Все кольты плюс 2 ЭКМа. HellRaisers P250, Дигл плюс немножко везения и улыбок, и выход по коврам, при том, что массовый. А шведы-то все в двадцатке сидят. И если сейчас пройдет звездный десант с разменами, Кучер минус. О, врыв, а вот ого! Это покер для команды Легон. Как так принимать экраунд? Изи каточка, говорит Кучер, но это действительно было сейчас на классе. Шведы ожидали чего угодно, но не такого грубого эка. И были прочитаны, при том, что на верочку. Опять-таки же укрепление, которое было возглавлено могущественным Долито, провалилось. И Апленд отдали практически без боя.
Маки Халас идут тащить. Да, постараются Ксевос с Макипом устроить какое-то красивое выбивание, но позиции HellRaisers, да и вообще оставшееся время, говорят нам о том, что 13-й раунд HellRaisers заберут прямо сейчас. Надо сейвить, шведы, понимая этот негативный момент, все-таки продолжают стоять принципиально на своем, чтобы не выпустить атаку с плента. Ну, Дося останется с девайс. В угол не встал Дося, забыл! Забыл встать в угол, в итоге бомба взрывается минус АК, но денег все равно навалом у ребят, поэтому... С учетом того, что сливали, раунд взяли, бомбу поставили, ладно, девайсы не засейвили, но это полбеды. Короче, все шикарно с экономикой у HellRaisers, также есть деньги у Легон и очередной полноценный оружейный раунд. Смотрим, что продемонстрируют шведы. Ну, по-моему, сейчас ожидать от них какого-то супер экшена и натиска это глупо. Так, бэплент в защите повторяется. Ого. Опять же, 2Б, 3А, классика от шведской команды по расстановке. Консервативные ребята, скажем так. Но они, по-моему, вот на Б дублируют схему НИП, на А дублируют, опять же, французов. Вот сейчас правильная расстановка сил на планете. Опять же, вот так надо было занимать первым девайсом, чтобы Кобра стоял с 15, и никто не лез. Два игрока сразу смотрят 20 ковы, при том, что все играется до контакта, и для атаки это, несомненно, выход на интерес, в первую очередь, без флешки. Это чек и моментальная смерть в пользу Легонов. Но посмотрим, как оно будет в реале работать, потому что по стрельбе, опять же, Simple, по-моему, включил режим вот просто трактор. Просто доминирует над своими соперниками, всячески навязывает им вот такую агрессию и открывает раз за разом позиции. Simple — доминатор доминаторов. Так, развели места на гранаты. 2-2-Б в исполнении Легона. HellRaisers пушит Б-плент. Бомба на Б. Четверка заходит. Хелпа пустая. Б-3 горит вообще в пожаре. Продуманный раунд, но Тёмку никто еще не чекнул. Так, попытка спрея. Ангел попадает на 50 хп. Кобра залезает на катушки. Его пытаются здесь как-то... Слушай, швед играет очень как-то жестко. Я бы сказал, как-то бесполезно. Вот стояло два игрока на Б-пунте, запустили HellRaisers, дали поставить бомбу, и даже при выбивании не смогли не сделать ни минуса. Вот, этот вообще... Самый полезный игрок. У него самый полезный игрок, вот он, Долито. У него бомба под ним ставится, он в этот момент... Хотя его, слушай, его простреливали сразу, чтобы он не запрыгнул. По-моему, его слышали. В общем, HellRaisers действительно на классе сейчас обыгрывают своих оппонентов без единого практически шанса. Ну и шведы, видимо, будут пытать удачу на второй карте этого матча. Долито досейвился, Simple его нашел. Иди, говорит, ко мне. 25 на 11, Simple, 3 MVP, 53 очка, 50 очков, кучер. Вот знаешь, время идет, а ничего не меняется. Вот как Simple пришел в команду HellRaisers, как вот захватил лидирующие позиции в каждом практически матче, так и вот все идет в том же духе. Simple на первом месте, все остальные где-то ниже. Да, он играет жестко, но на самом деле на автопате он не такой. Ну, ты же high skill. Сделай скидку парню как-никак, всего лишь 17 или 18 лет. 17 будет, 18. Да, еще не достиг совершеннолетия, так что молодой растущий организм еще кобра ставит. Не научился переваривать крепкие алкогольные напитки. Это просто кобра, и это просто кучер. Вот это ответ. Вот это ответ. И посмотри, вот Маркелов сейчас думает, резать ножом или нет. Ай-яй-яй, нет, вот шел до конца, в надежде на то, что пырнет, но... Пырнет. 15-7. Ну и, по-моему, матч-поинтов у команды HellRaisers. Ну и вот то, как легко дается раунд Ашерам, говорит о том, что Легон действительно команда не того калибра. И конкуренции составить Ашерам, я думаю, не удастся. Знаешь, этим парням не Г2 кап надо играть. Им стоит, наверное, отправиться в аматорку и попробовать выйти в про-серию. Ставлю на то, что не пройдут. В про-серию? Да. Мне так кажется. Так, а что это было? Под флешечку Симплуха пустили. Тут еще, тут, смотри, АВП, два кольта, двадцатка чистая. По коврам заходи, вот сейчас как раз-таки по таймингу появляется снайперская винтовка, и она мажет. Михалыч, Кобра. Ты косой. Кобра попал. Бэплен также раскидывается, но HellRaisers уже прошли ва. Будет агрессивная защита бомбы. Уже в пленте действует сейчас Долит. Его должны были по инфе забирать. Пуши Дося, есть минус. Дося. Самый важный момент от него. Знаешь, Дося поставить бомбу... Дадут. И еще молотов на двадцатку. Ну вот смотрю, как действуют Олигоны. Это просто цирк. За счет только Кобры пока выезжают в этом раунде. Ситуация 3 в 1. Ангел. О, Карасик. Карасик. Втащит, ангел, нож, и 5 пуль остается, нет, Кобра обходит, но нет дефуза. Успеет.
Кобра. Нет, Дефуза, но он успеет. Кобра, однозначный герой этого раунда. Отыгрывает первый матч-поинт у команды HellRaisers. Но как же близко был Кирилл Карасев. Вот... Чуть-чуть. Одну пулю только нужно было попасть еще по Кобре, чтобы закрыть этот раунд. Но, тем не менее, не вышло. 15-8. Вот предательский столб. Карась в стрейф-джампе влетал с ножом в руках на Кобру и готов был насадить его на нож. Но, к сожалению, тот самый столб помешал это сделать. Ну, а дальше у Кирилла уже просто не было шансов. Ну, ему нужно было либо потянуть времени, как бы чуть-чуть, совсем капельку, чтобы спровоцировать соперника, но... Ну, я думаю, знаешь, он при таком счете особо сильно не парился, потому что от Элигонов здесь ни слуху, ни духу. Они вот свои 8 забирают, потому что... Я бы сказал, они забрали свои 8, потому что HellRaisers их сыграли плохо. Вот они не потому, что Элигон прям там... Нет, ну почему? Было парочку раундов, когда Маки хорошо открывался. Даже три раунда. Это все раунды на Б, которые были. Да, это все за счет Маки. На самом деле, ты тоже, в частности, прав. Не без ошибок команды HellRaisers действительно Элигоны набирали раунды в атаке. В защите, как видим, не все получается у шведов. Пытаются играть через АВП, Кобра. О, Далито. Не ушел из дома. Вот как можно было зацепиться в этом доме? Далито. Далито. Эль Далито. Далито покажет тебе, как зацепиться в этом доме. Ну и бомба уходит на Б плент у HellRaisers. Один Б деф. Стяжка на плент. Ангел еще один минус на делает. Весьма уверенно. И при этом, ой-ой-ой, как же Маки сейчас не по... Вот знаешь, что мне это напоминает? Вспомни DreamHack и Фореста против команды HellRaisers. Ну там вот была такая же картина, точно так же свободно себя чувствовали Непы и вот так же без шансов громили HellRaisers. Теперь, ну я не знаю, HellRaisers отыгрываются на команде Elegon. Декэш! Ждет нас. 16-8, счет первой карты, выбор команды Elegon отправляется в актив команды HellRaisers. Ну, а мы с вами увидимся уже через несколько минут на второй карте и со счета 1-0 продолжим смотреть этот матч. Это будет Декэш и посмотрим, что покажут HellRaisers на своей, потому что на карте соперника они просто не дали шведам ни единого шанса. Итак, реклама, после которой мы вернемся. eSportBets.com – сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Dota 2 до Hearthstone. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает first blood? Кто заберет первого Рошана? Кто выиграет на живой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до $600. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет.